Вход по специальным пропускам, долгие лестницы, коридоры, и вот он, один из залов для переговоров компании Polsoft. Здесь идет обсуждение очередного проекта. Сроки достаточно сжаты, однако грамотное перераспределение трудовых ресурсов и обязанностей позволит справиться совсем вовремя. Гибкость, мобильность, оперативность – это то, за что заказчик платит рублем. Владение руководством Polsoft современными инструментами ведения бизнеса сегодня позволяет коллективу добиваться хороших результатов, иметь у партнеров почетное и одновременно ответственное звание «стабильный». Стабильный на рынке труда, стабильно в установлении диалога, стабильно в своих принципах. И все это вкупе позволяет им развиваться и делать в Беларуси качественный продукт. Начинали с проекта в медицине, после этого мы перешли в область телекоммуникации. Это основная доля наших проектов. На сегодняшний день, это, наверное, более 60% это работы в различных областях телекоммуникации, мобильной связи. То есть то, что обеспечивает нашу связь, обмен там, картинками, видео и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, конечно, это наш кор. Здесь мы работаем достаточно давно, и очень хорошие компетенции в этой области у нас есть. Но не только этим мы живы, мы делаем проекты для Республики Беларусь. Они, сразу хочу признать, нелегкие. Вот только что мы сдали проект по сертификации аудиторов. До этого были проекты для Министерства финансов по сертификации бухгалтеров, портал финансовой информации. Сегодня Polsoft, одна из самых стабильно успешных компаний Беларуси, занимается проектами в разных IT-направлениях и предоставляет услуги по разработке, поддержке программного обеспечения и аутсорсингу для зарубежных и отечественных заказчиков. Главная цель – достичь полного соответствия потребностям каждого клиента. Для этого здесь трудится более 200 специалистов. Реализация качественных и доступных по цене информационных услуг и формирование надежной базы для любого проекта – две задачи, успешное решение которых и приводит к таким наградам за стабильность. Успех. Если говорить про стабильность, то, наверное, если бы мы были нестабильны, то трудно было получить заказчиков. Наш заказчик хочет знать, что страна, в которой мы работаем, стабильна. Какое-то время мы готовили отчеты о том, что у нас ничего не случится, что у нас не закроют границу, что у нас будет интернет, потому что у нас он был только из России и не было каких-то других практически каналов в Европу. На сегодняшний день все успокоились уже по поводу этих вещей, нас воспринимают уже серьезно, стабильно не только в стране, но и на Западе. То есть мы являемся поставщиком солидным, серьезным, с хорошими компетенциями, с нами можно работать. Для нас это очень важно. Для наших учредителей, наверное, тем более. Успех компании Polsoft – это тандем талантливый руководитель и компетентные специалисты, отдающие своему делу все и даже больше. Во многом благодаря созданному микроклимату в коллективе, благодаря постоянной поддержке и объединяющим целям. За эти годы, что я проработала, действительно, я получила большую почву для профессионального роста. Уже там от молодого специалиста, от джуниор-специалиста перешла на новую ступень, более уверенную, получила много знаний, ну и, собственно, довольна своим выбором, который я пару лет назад сделала. Я думаю, что мы, как сотрудники компании, чувствуем ее стабильность, поэтому для нас, наверное, такая награда не сюрприз. И из года в год тенденции развития у фирмы положительные, мы видим, что мы развиваемся, растем, но это и отражается на наших каких-то возможностях, на нашей растущей зарплате, новых каких-то бонусах. IT-сфера и понятие стабильность сегодня неразделимы. Даже в нашем быстро меняющемся мире есть своя системность, и она заключается в постоянном движении вперед. Больше проектов, больше креативных идей, больше новых планов, реализация которых будет двигать и предпринимательство, и экономику на новый уровень. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашенок, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».